Всем привет, друзья, меня зовут Семен, и мы продолжаем своего рода марафон по DLC Call of the Walking Dead 400 дней. Выполнили уже три эпизода, три истории. Сейчас выберем или Shell, или Wait, Shell, Wait, Shell, Wait, Shell, Wait, Wait. Не та же самая заправка, нет? Такое ощущение, что да. 41-й день. Это дерьмо. Зачем ты стрелял по тому чуваку? Я не хотел, это просто случилось. Ты на меня сваливаешь все? Я даже не видел этого чувака. Я не думал, что он начнет на нас стрелять. Они за нами едут, они едут за нами. Просто гадави на газ. Торопись, Эдди. Чувак, стреляй, давай. Чувак, бери эту штуку. Стреляй. Так. Мы в таком дерьме, чувак, мы в таком дерьме. Отлично. Ты справился? Да, вроде его нету. Wait. Чувак, они там или нет? Я ничего не вижу. Ты уверен? Они просто так не сдадутся, я ничего не вижу. Чувак, хорошо, давай, я сворачиваю. Но это была плохая идея сворачивать в лес. Так, вот свет выключить, это хорошо. Не смотри на меня так. Я не какой-то дурак. Я умный. Нету света. Ты знаешь, они не видят нас. Я думаю, в этом есть смысл. Конечно, в этом есть смысл, Уэйд. Мы в таком дерьме. Давай, не паникуй. Эта дорога прямая, мы будем все в порядке. Хотя бы просто сбавь газ. Ты что, дурак, что ли? Ты видел глаза этого чувака? Он конкретный идиот. Я не хочу, чтобы он забрал мою жизнь. Ты весь в крови этого парня. Я знаю, Уэйд. Моя футболка мокрая. Я думаю, это был несчастный случай. А я нет. Хотел бы, конечно, но это не так. Черт. Слушай, Уайт. Все, что я знаю, это парни застали меня врасплох. Я был на краю, понимаешь? Потом я смотрел на мозги этого парня. Извини, чувак. Спасибо, что вывез нас оттуда. Эдди оценил это написано наверху. Стрёмное место такое, блин. Зачем? Чё, да будет свет, чувак. Видишь, все в порядке. Дорога прямая, как мой член. Извиняюсь за прямолинейность. Как думаешь, мы в порядке? Ну просто не говори о своем члене. А почему нет? Хорошо. Давай поговорим о Томми Крузе. Серьезно? Посмотри, что там в коробке. В бардачке он имел в виду. Я ничего не вижу. Посмотри, там должно быть что-то. Все, что я вижу, я нашел обойму, которую ты потерял на прошлой неделе. Помнишь Эбигейл? Она... Ей 5 что ли было, мне все равно. Перестань рассказывать мне эту историю. Она говорит, что там есть маленькая девочка с размером с яблоко.
Что-то какую-то ересь он несет. Потом она увидела этого чувака, стоящего голым. Ты слушаешь меня? Отец пописал на ее отца. Мужик пописал на ее отца. Ой, блин. Ладно. Ну поехали бы дальше, что останавливаться, да? Черт. Чувак. Дерьмо. Посмотришь? По-моему, это был парень. Скажи что-нибудь. Это был чувак или нет? А, я не знаю. Чертов туман. Было слишком быстро, чувак. Не говори так. Ты должен знать, чувак. Ты должен знать. Давай посмотрим, что вокруг машины. Если мы сбили человека, я его не оставлю здесь, понимаешь? Я просто не смогу. Нужно убедиться в том, что это человек или не человек. Вот он в чем смысл его слов. Я не могу видеть через окошко. Все отлично, видишь? Чувак. Что там лежит? Это кусок футболки. Продолжай смотреть. Как думаешь, это кровь на стекле свежая или испорченная? Ну, имеется в виду от мертвяков. Это зеркало от машины? Отсюда не видно. Чувак, я ничего не вижу. Как думаешь, кровь свежая? Но она какая-то темная. Да, точно. Слушай, Уайт. По-моему, это был человек. Ты уверен? Да. Насколько ты уверен? Намного. Очень сильно уверен. Господи. Что теперь делать? В смысле, что делать? Идти туда и смотреть? А что же о тех чуваках на машине? Да пошли они в жопу. Если он жив, мы должны ему помочь, Уайт. Очень много жизней пропадает в эти дни. Мы должны ему помочь. Мы не можем просто шариться по ночи. Выйдем и потом обратно. Вот о чем я говорю. Давай, чувак, это глупо. Мы выходим, проверяем и потом едем. Вместе? Ну, не знаю. Я его сбил. Один должен остаться. В любом случае, на всякий случай. Хорошо. Ладно. Ладно. Так, что-то я не понял. Какое-то он выражение сказал, для меня непонятно. Что с ножницами связано? Я, в общем, я отказываюсь. Я уверен. Так будет честно. В смысле честно? А, камень, ножницы, бумага, вот он. Ты сбил этого чувака. Ты застрелил того чувака. Это не моя вина. Хорошо. Хорошо, я иду. В этом есть смысл. Он предложил мне на камень, ножницы, бумага скинуться. Ладно, давай сделаем это. Давай сделаем это. На... Камень. Ладно. Черт. Вероятность маленькая, ну давай. Ножницы. Ага, я выиграл. Черт. Ладно, мы до трех побед играем. Давай, еще раз. Бумага. Блин, 1-1. Бумага никогда не выигрывает. Бумага это как ребенок, дерущийся с медведем. Давай, чувак, решающий. Черт. Ножницы. Чувак, это прикольно. Ладно, давай. Ножницы. Как долго мы будем выкидывать одно и то же? Ножницы. Извини, парень. Ткни меня еще в глаза своими ножницами, говорит. Ладно, я пошел. Похоже, я. Черт. Ну ладно. Так, что я могу сделать? Просто смотреть на него. Эдди! Что?
Видишь что-нибудь там? Я вообще ничего не вижу. Ты что-нибудь видишь? Чё, торопись, чувак. Давай, прекрати меня отвлекать. Эдди, ну чё? Возвращайся в машину. Нет, чувак. Так, возьми ключи, если придется сваливать очень быстро. А чё, сразу нельзя было их оставить? Ну, дурак. Ну, он что-то прикалывается над ним. Так, мне нужно ключи найти, я правильно понимаю? Слишком темно. Так, может быть, свет включить? Включить. Теперь смотрим. Ключи. Почему нельзя было оставить их сразу? Машина. Ку-к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 у. Е-е-е-е-е-е-е. А, не ту кнопку жму. Ку-к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 у. Е-е-е-е. Получилось. Стреляй, стреляй, стреляй во что-нибудь. Заводим, 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 заводим. Так, что делаешь-то? Я что, бросил Эдди? Твою мать. А что я мог сделать с ним, пострелять? Надо было, наверное, пострелять по самому чуваку. Да, вот так вот печально закончилась история Уэйта. У меня вообще что-то здесь во всех эпизодах конец более чем печальный. Но остался один последний эпизод, который мы пройдем в следующей серии. А пока спасибо за внимание. С вами был AnybodyPlay. Ставьте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки. Все, пока. Пока.